Привет! Сегодня мы узнаем о интересных фактах о акулах. А перед началом данного видео не забывай поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. А мы начинаем! И первый интересный факт – это то, что организм акулы производит специальное вещество, которое блокирует все его болевые ощущения. Акулы никогда не моргают. За один год в среднем белая акула съедает до 11 тонн еды. Акула должна плавать, чтобы дышать, потому что их организм не способен перекачивать воду в жабрах самостоятельно. Костей у акул как таковых и нет, вместо них эластичные хрящи. Немногие знают, что у акул очень острый слух, и некоторые виды могут услышать биение сердца рыбы за километр от нее. Древняя акула мегалодон имела зубы длиной 15 сантиметров, а в ее огромной пасти могла легко поместиться машина. Не зря ее сравнивают с самым кровожадным земным хищником тех времен тиранозавром Рексом. Во время охоты белая акула может выпрыгивать из воды на высоту до 3 метров. Несмотря на свою кровожадность и устрашающий вид, акулы очень редко нападают на людей, а больше людей погибает от удара молнии. В среднем акула живет 20-30 лет, но существуют некоторые виды, например, пятнистая колючая, возраст которого может достигать и 100 лет. У акулы желудок состоит из двух секций. Одна секция работает, как обычный желудок, и переваривает пищу, а другая секция работает, как склад. То есть так акула может хранить запасы еды, причем даже неделями. Рыба, ступня Моисея, единственная редкая рыба, которую акула не может съесть. Когда акула кусает, рыба выпускает химическое вещество, которое заставляет акулу выпускать ее из пасти. В настоящее время ученые пытаются воссоздать это химическое вещество, чтобы его можно было использовать для отпугивания акул. На этом у меня все. Если тебе понравилось, то ставь свой лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачи и до нового видео!